Пятый класс, 34 серия. Решение задач. Задача первая. Найдите цифры числа, если это число делится на 60. То есть надо найти две пропущенные цифры в пятизначном числе. 60 можно представить в виде произведения трех взаимно простых чисел. Это 3, 4 и 5. То есть число делится на 60, когда выполняется одновременно признак делимости и на 3, и на 4, и на 5. Давайте начнем с признака делимости на 5. Последняя цифра должна быть 0 или 5. 5 не подходит, потому что не будет делиться на 4. Если 0, то две последние цифры числа образуют двузначное число 60, которое делится на 4. Значит, если в конце 0, выполняется признак делимости на 4 и на 5. Так, осталось найти вторую цифру. То есть надо применить признак делимости на 3. Сумма цифр числа должна делиться на 3. Сумма цифр числа будет делиться на 3, когда вторая цифра 0, 3, 6 или 9. То есть в ответ идут вот эти 4 числа. Это те числа, которые делятся на 60. Задача вторая. Найдите число, 1/5 которого равна 3/4 от 12. Сначала надо найти 3/4 от 12. 12 можно умножить на 3/4, либо другим способом 12 разделить на 4, это 1/4, а затем умножить на 3. Ответ 9. 9 – это 3/4 от 12. И это 1/5 часть, значит, все число в 5 раз больше. Ответ 45. Задача третья. Первая бригада может выполнить задание за 12 дней. Вторая бригада за 15 дней. За сколько дней бригады выполнят задание, работая вместе? Если первая бригада задание выполняет за 12 дней, значит, за один день она делает 1/12 часть. Вторая бригада за один день 1/15 часть. Если сложить вот эти части, получится 3/20. Вот такую часть в день делают две бригады, работая вместе. Чтобы найти, сколько дней они работали, значит, надо разделить единицу, это весь объем работы, на ту часть, которую они делают в один день. Единицу, если разделить на 3/20, получится 20/3. Вот столько дней им надо для выполнения всего задания. Итак, 20/3, вот столько дней они будут работать. Можно выделить целую часть. Это будет 6/2. Вот таков ответ. Задача четвертая. В первой корзинке на 4 яблока меньше, чем в двух других вместе. Во второй на 6 яблок меньше, чем в двух других вместе. Сколько яблок в третьей корзинке? Обозначим за x, y и z число яблок в каждой корзинке. Ну, соответственно, x – это в первой, y – во второй, z – в третьей. В первой на 4 меньше. Значит, если к x прибавить 4, получится сколько в двух других вместе. Во второй на 6 меньше. К y, если прибавить 6, получится сколько в двух других вместе. Давайте рассмотрим эти равенства. Можно сложить левые части и правые части. Вместо двух равенств будет одно равенство. А теперь отнять и слева, и справа. Отнимаем и слева, и справа
икс, и слева и справа игрек. Так, слева 4 плюс 6 – это 10. Справа z плюс z – это 2z. Значит, z равен 5. В третьей корзинке 5 яблок. Задача пятая. Куртка стоила 2000 рублей. Цена понижалась 2 раза на 20%. Сколько стоит куртка после второго понижения? После первого понижения куртка стала стоить 80% от того, что было в начале. Надо найти 80% от 2000. Процент – это сотая часть. Значит, надо 2000 умножить на 80 сотых или 80. Вот столько будет стоить куртка после первого понижения. А затем еще раз умножить на 0,8, чтобы найти, сколько будет стоить куртка после второго понижения. Ответ – 1280 рублей.